У безработных жителей Шымкента появилась надежда. В области запустили производство тракторов. Завод «Каскиоти» работает всего полгода, но успел выпустить более 100 комфортабельных сельхозмашин, которые пользуются спросом у фермеров. Канербай Сайулы с гордостью и нескрываемой радостью разглядывает свою покупку. О новом тракторе дихканин мечтал много лет. Собственная сельхозтехника давно вышла из строя. Чтобы произвести земельные работы на 4 гектарах, приходилось нанимать рабочих со своими машинами. А это нерентабельно. На этом тракторе можно и копать, и пахать, и культивировать. А еще можно хлопок собрать, а потом его транспортировать. Очень удобно и экономно, и цена приемлемая. Намного дешевле, чем американские тракторы. В салоне трактора «Киоти» очень хорошая вентиляция, как обогрева, так и охлаждения. Кабина из технологических шумоизоляционных материалов, анатомическое сиденье, кондиционер, холодильник. Комфортабельные условия, созданные для тракториста, помогут значительно повысить производительность труда, уверены в компании «Каскиоти». Уже совсем скоро на заводе будут производить более мощные тракторы в 250 лошадиных сил. Также компания «Каскиоти» планирует выпускать не только тракторы, но и запасные части к ним, проводить сервисное обслуживание. Первый вопрос номер один – это чтобы наш трактор содержал больше деталей казахстанского производства. Мы непосредственно будем искать партнеров, которые на территории Казахстана будут поставлять сюда аккумуляторы, к примеру, там болты, запчасти. На сегодняшний день на тракторном заводе «Каскиоти» трудится 40 человек. Уже на следующий год компания намерена расширить объем производства до 1500 тракторов в год, тем самым предоставив работу еще 120 шымкентцам. Александра Ким, Виталий Зайнтинов, Информбюро, Южно-Казахстанская область.